16 сентября всем знакам зодиака рекомендуется не раздражаться по мелочам, так как таким поведением сложно будет чего-то добиться. Овны, вам захочется сделать какую-то крупную покупку, приобрести давно желанную вещь. Перед этим звезды рекомендуют хорошо подумать, нужна ли вам она. Вероятно, проблемы и непонимание в общении с родными и друзьями. Держите свои мысли при себе, меньше говорите. Тельцы, у вас много обязательств, приходится подстраиваться под окружающих, соглашаться на компромиссы. Не оставляйте незаконченную работу, постарайтесь завершить все начатые дела до вечера. Чаще делайте перерывы, переключайте внимание, чтобы сохранить силы. Близнецы, вам предстоит решить много сложных вопросов, проявить высокие деловые качества и творческий подход. Звезды говорят, что 11 сентября вы получите новый полезный опыт, узнаете нужную информацию. Вечер посвятите домашним хлопотам, наведите порядок. Это вас успокоит и поможет снять напряжение. Раки, вас ждет подходящий день для планирования новых дел, составления списка первоочередных задач. Это поднимет вам настроение и поможет сфокусироваться на главных целях. Уделите время хозяйственным вопросам, приготовьте что-нибудь особенное на ужин, порадуйте своих близких. Львы, вас ожидает насыщенный и плодотворный день. Вы активны, полны энергии, заинтересованы в общении. Возможно, неожиданности, удачное стечение обстоятельств. В личных отношениях прислушивайтесь к своей интуиции. Будьте мягче и вежливее со второй половинкой, чтобы не затеять ссору. Девы, дел не так много, поэтому выделите время на собственные нужды. Можно сходить на массаж, в парикмахерскую, сделать необходимые медицинские обследования. Обаяние и шарм у вас на высшем уровне. 11 сентября вам легко ознакомиться, добиваться своего в переговорах или в спорах. Весы, вас ждет необычный и интересный день. Будет много встреч, вдохновляющих и позитивных событий. Если вы потеряли какую-то вещь, есть шанс найти ее в самом неожиданном месте. Не стесняйтесь рассказывать о своих успехах. Кто-то может сделать вам выгодное предложение. Скорпионы, проявите заботу о близких. Возможно, вам придется посвятить много времени решению их проблем, оказать практическую поддержку. Не стоит принимать необдуманных решений. Возьмите паузу и взвесьте все последствия своего ответа, чтобы избежать ошибок. Стрельцы, накопившееся напряжение может негативно отразиться на вашем самочувствии. Прислушивайтесь к своему организму, при необходимости сходите к врачу, сделайте нужные тесты. Не отказывайтесь от помощи близких и коллег, так вам быстрее удастся закончить дела, избегать спешки в работе. Козероги, ваша интуиция 11 сентября на высоком уровне, прислушивайтесь к ней при принятии решений. Однако звезды рекомендуют действовать только по проверенным методам, не выходить за рамки, соблюдать правила. В спорах нужно доказывать свою точку зрения. Водолеи, в вашу жизнь войдут какие-то важные перемены, могут открыться интересные возможности, которых не было раньше. Пользуйтесь моментом, подстраивайтесь под обстоятельства, проявляйте гибкость. Удачный день, чтобы произвести на руководство приятное впечатление, будьте активнее. Рыбы, старайтесь сохранить свое хорошее настроение, думайте позитивно. 11 сентября какие-то вещи могут вас расстроить, что-то пойдет не так, как вы рассчитывали. Звезды советуют вам искать обходные пути, проявлять необычный подход к проблемам, экспериментировать. Решение лучше принимать быстро, интуитивно. День 11 сентября у большинства знаков зодиака подходит для планирования и подготовки к различным делам, в то время как активные действия лучше отложить на более поздний срок. Звезды знают, что говорят.